Доброе утро, ребята! Доброе утро! У нас день начинается с завтрака, как неудивительно. Как и у всех. Как и у всех, да. Только сейчас напишут, нет, у нас на завтрак кашка полезная, у вас бутерброды. Фу! Нам нравятся бутерброды это энергия на весь день. Да. Так, Лена кушает вот такой с сосисками, там мелкие сосисочки, называются они малышки. Как-то так, как-то я забыл. Кроха, вот! Кроха, да. Малышки! Кроха называется, с сыром. У меня колбаса копченая на дровах. Mm-hmm. И с сыром у папки тоже на дровах, без сыра. Редиска и морковку открыли. Все, вот такой завтрак. И чай, забыла сказать. И чай, да. Вот так начинается, ребятки, наше утро. Вчера мы смотрели сериал, пропустили серию у Шаповалых Коли и Оли, поэтому сейчас мы утречком посмотрим заряда энергии. Да. Надеюсь, они уже выздоровели и нас зарядят энергией. А то они болеют, то мы болеем. Сейчас все болеют. Не болейте, будьте здоровы. Вот, а мы завтракаем все. Так, готовлю, ребятки, на сегодня кушать. У меня готов куриный бульон. Варилось вот две ножки, окорочка. Я сварю, как я и говорила вчера, гречневый суп. Картошку начистила, нарезала лук, морковь. Вот стою и думаю, делать зажарку или так просто бабахнуть. Наверное, просто бабахну. Курицу, гречка, картошка, вот такое вот. И поставила варить просто отварной картофель, что пригодится. У меня есть селедка, которую ВТВ покупала, я хочу ее... Ну, порезать, может быть, с луком как-то этот самый забодяшек, да с картошечкой отварной поесть. А Лене, как обычно, поджарю картофель. Ну, вот как-то так, такие вот планы. Ну, снимать не буду, что все знают, как гречневый суп варить, в принципе, да? Все, ребятки, смотрите, какой у меня обалденный гречневый суп готов. Позвала папку, спросила, говорю, пап, может, будешь гречневый супчик? Он сказал, нет, однозначно нет. Поэтому нет, с курицей, вот такие вот большие кусочки. Курицы, зеленушка, вон она там, гречка. Очень-очень вкусно. А мы обожаем с Леной гречневый супчик. Все, готов. Вкусняшечка. А дети уходят на улицу погулять. А у меня, как обычно, много дел. Собакеры хорошие. Все, хорошие. Давайте. Хорошие рыжие. Рыжие собаков хорошие. Хорошие здесь. Да. Хорошие. И вон еще лежит, видишь? Просто устал. Здесь строят вовсю. Молодцы, ребят. Рыжий, пойдем мы, пойдем. А у нас сейчас дома воды нет. Вот куда все, понимаешь? Да, куда все пошло. Ребятки, как все цветет, вообще классно. Весна начинается, вообще шикарно становится, да? Ветер дует, а я ветрозащиту на камеру не надел, поэтому там может задуваться. Мы опять на это место пришли, такое очень классно. Хорошо. Сегодня солнышко, вообще цены нет. Вон люди внизу, там их не видно будет, наверное. Я сама? Вон там, вон. Видишь, мужик стоит. Вот все расцветает. Классно. Потеплее станет, мы вон туда сходим, за скалу. Ну, прям туда далеко прошли, прям, да? Да, да. А там такие места вообще шикарные. Ну, прям куда-то завернули, там было круто. Не, папа знал. Там далеко можно вот так вот пройти, там под скалой. Там рыбаки были. Эти были как. Как они называются? Скалолазы были там. А мы цветочков нарвали. Вон маме подарим. Как бы весеннее настроение. Ну да.
домик здесь классный. Отсюда здесь маленькая была. Залезала сюда. Маленькая была. Мы с тобой гуляли, ты тут боялась залезть, потому что здесь кто-то сидел. Я тебе говорю, лезь, не переживай. Помнишь? Я слишком давно. Последний раз в 10. Гулять. У нас не было воды, отключали воду, ну, не было, наверное, где-то с полчаса, ну, может, минут 20. Так, я хочу селедку вот эту вот раскрыть, хочу картошку с селедкой. Вот, я обычно такую рыбу в упаковках не покупаю, потому что это она не очень. Ну, выхода нет, что было в АТБ посреди ночи, то и взяли. Блин, я что, по селедке прям режу? Короче, открываю. Сейчас посмотрим. Написано потрошенная. Так, надо ее понюхать. Ну, вроде так ничего. На вид какая-то как-то не очень вообще-то. Надо было, наверное, не потрошенную брать. Сейчас, ребята, возьмем нож. Так. Вообще, я, наверное, ее сполосну. Я сейчас ее помою. Я сейчас голову отрежу. И сполосну просто под холодной водой. Это хорошо, что воду дали. Я уже перепугалась. А у нас не набрана нифига вода вообще. Чем руки мыть? И так далее. Ну, слава богу, дали. В нее как-то такое ощущение, что масло добавлено. В эту селедку. В упаковочку было. Так. Не знаю, я просто ее вот так вот нарежу, наверное. Я хочу кусочек отрезать, попробовать вообще. Да, вроде ничего. Вроде так ничего. Хорошая. Не сильно соленая, кстати. Не попала. Костяшку. Ну, можно было на филе разобрать. Но не хочу. Хочу вот так вот. По старому такому способу. Хвостик я выкину. Оп. Все, вот это выбрасываю. Выкладываю на тарелочку. Так, дети уже скоро и придут. Там сильно не погуляешь, потому что на улице довольно-таки холодно. Там ледяной какой-то ветер. Неприятный, ой. Неприятный ветер. Ты на нас не дуй. Что-то некрасивая торчит штучка. Все, ребята, готово. Сейчас я все это перемою. Суп уже, Аня говорила, да, что суп сварила. Короче, у Юльки все чики-пики. Так, у папки будет вот такой вот обед. Картошка, колбаска и один яйцо. Посыпаю все перчиком черным. И будет вкусняшечка вот такая вот. Классная. Дети пришли. Лена мне цветочки принесла. Правда, они немножко попахивают какашками. Нет, у них запах такой своеобразный у этих цветов. Я знаю. Они так всегда пахнут. Ну, приятно. Такие цветошечки. У меня весна теперь в стакане стоит. Весна в стакане называется эта композиция. Та-дам! Та-да-да-дам! Детки прогулялись на улице, молодцы, да. Свежим воздухом подышали, а мама приготовила обед. Какая еще функция должна быть у мамы? Готовить, кушать? Тоже так. Гулять надо матери. Я завтра пойду. Да. Обязательно, обещаю. Так, Лена доедает макарошки с котлеточкой. Угу. У меня картошка и тут репчатый лук, майонез, угу. Перчик там такой вот. И селедку буду кушать. Угу. Еще вам на двоих салатик, угу. Вот такой вот вкуснячий. И папка вот тебе такую красоту сделала. Тут картошка, колбаска и одно умничка, яичко. Все, и морковку ты утром не доел, пожалуйста, доедайте. Хлеб. И чаек тебе. Все, нормально? Да, да, офигенно. Все, посмотрим телевизор. Ты чай не будешь? Нет. Я обычно, если я себе делаю чай, мне потом что-то сладкого с чаем охота. Угу. А мне и так достаточно. Картошка, селедка, то я переем, как обычно, да? Все, Лена! Руки мыть. Руки мыть. Руки мыли.
Так, теперь надо Сергею сварить суп. Я поставила вариться здесь куриное филе. Кастрюлечка, чтобы вы понимали, вообще маленькая. Старая кастрюлька, страшненькая, конечно. Маленькая вообще кастрюлька. Здесь, я не знаю, здесь, наверное, литр, максимум литр. Куриное филе, я его подразморозила немножко. Ой, сковородка грязная стоит. Подразморозила в микроволновке, чтобы можно было порезать. И прям такое замороженное нарезала кубиком. Быстренько сварится куриное филе. И будет супчик с рисом. С рисом, томатом и добавлю чеснока. Что-то, какая-то имитация... Тут что? Томатный сок. Имитация супа харчо, типа. Сергей такое любит. Ну, просто с курочкой такое, быстрого приготовления будет супец. Все, папкин суп готов. Вот, смотрите, такой. Я чесночка сюда добавляю. И получается обалденный суп с мяском. Ну, просто с куриным мяском. Маленькая кастрюлечка. Он такой суп просто обожает. Типа что-то харчо. С рисом, с томатом, чесночком. Вот такой вот. Как вам поближе показать? Смотрите, вот такой вот супец. Классно, классно. Все, Лена уже покушала суп на ужин. Я тоже буду гречневой папки. Вот такой суп. А здесь варится, плита немножко загажена, собачья каша. Сейчас я вам покажу. В этот раз то было с легкими, теперь с печенкой. Здесь смешанная дробленая гречка и ячневая крупа, морковь. На терке натертая, немножко лук у меня половинка оставалась, тоже сюда порезала. Печенка уже заранее слегка, ну так приварена, как чуть-чуть отварена, чтобы удобнее было резать ее. Она вот такими мелкими кусочками нарезана. И вот такая получается каша. И она на медленном огне вот так вот стоит час, наверное, где-то. Вот такое. Так, тут это людям можно есть такую кашу, не то что животным. Так, все, вот это можно отключать. Боже, плиту засрала. Это отключаем. И все готово. Разных специй насыпала и для плова, и хмели-сунели, и куриную приправку. И очень ароматно и вкусно. Что там происходит? Что такое? Ты хотела Ласу выгнать? Ой, вы брожули. Да, вы брожули. Все, начинаются у них вечерние игры, игрища. Ласа лежит такая гордая кися, типа не при делах. Скажи, Соня, ты что, Ласа заняла папино место? Папино место это мое. Это мое. Я для папы место грею, а не ты. Да, Соня? Ласа, уйди с моего места. Лежит. А Ласа красивая, да, какая у нас? Ой, красивая кися. Просто королевна. Эх, Сонька, сейчас она как кинется на тебя, получишь ты транды. Прям по мордяке. Да, да. Проси у Ласы, проси. Проси Ласу. Ласа, отойди. Ласа. Все, уходит уже. Уходит. Ласа решила напасть. Сейчас за попу будет кусать. Да. Вот так. Да. Она ее всегда за попу кусает. Всегда. Попа просто аппетитней, чем эта страшная морда. Соня. Ласа! Угу. Давай ее тоже кусай. За ляжку. За ляжку. Смотрите, что делается. Вот так вот они каждый вечер по вечерам. Приходится за ними следить. Чтоб Ласа не этот самый, не задела. Ну, Соня ж сама нарывается, сама лезет. Чего хочет, непонятно. Угу. Угу. Что такое? Зацепила, что ли? Так не лезь, не трогай кисю Ласу. Она ж тебя не трогает. Ты сама к ней лезешь. Вы брожули, две рыжули. Рыжие уже почти одного цвета. Что Соня, что Ласа. Да? Ласатушка.
Лосатушка-колотушка, лосатушка-колотушка. Ой, какая прям толстая, прям такая хорошая, прям такая девочка-девочка, прям такая девочка-девочка. Ой! Ласа! Ласа нельзя! Ласа разыгралась. Ой, Соня, надо же следить, чтобы она тебя не цапнула. Ой, ты что, на меня хотела? Все, убежала. Нету Ласы. Нету. Ласа, Ласа, куда ты? Куда ты, подружка? Куда ты, подружка? Соня хотела играть. Соня хотела играть. Играть хотела девочка. А, и ты что, мне больно? Мне больно? Ой, ты всем пузо свое показываешь. Всем пузо показала. Всем пузо показала. Проси, проси. Проси, проси. Покажи, как ты умеешь просить. Проси, 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 Соня. Вот так, проси. Проси, проси. Вот так, проси. Молодец, проси, проси. Вот так. Отдай маме лапу. Молодец, дай другую лапу. Дай, дай друг. Молодец. Лежать. Молодец. За что ж ты кусаешься? Что ж ты, что ж ты? Кусачая собака. Кусачая собака. Такая нехорошая девочка. Вот как возьму вот так вот тебя за челюсть. И все. И не отпустю. И не отпустю. На дулю. На дулю. Дулю тебе. О, мама дулю дала. Дулю мама дала. Что ты такое она делает? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ой, ладно, все, беги за Ласой скорей. Прогуливаюсь, ребята, возле школы, тут народу вообще нет. Здесь мы с Санякой одни, где-то она застряла. Сейчас прогуляемся и пойдем домой ужинать. Та-да, мать. Та-да-да. У нас ужин. Да, у нас ужин, ребятки. Я кушаю суп гречневый, вкусненький. Папка этот самый, типа суп харчо с курочкой. Сало у нас, лук, зеленый хлеб и морковь. Морковь. Еще какую-то комедию посмотреть. И не знаю, что. Ребята, напишите что-нибудь ржачное, какую-то комедию. Посмеяться, да. Ну? Что еще сказать, папа? Да как что? Что-нибудь хорошее, и прощаться надо. Все, прощаемся? Ну да, комедию посмотрим. Может, еще что-то найдем. У меня мозг полностью, тормоз уже на ночь. Время 23:44, ну не так уж поздно. Ну вот на этом все, ребятки. Не болейте, будьте здоровы. А нам пишите, ставьте лайки, пальчики вверх. И подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.